Книга «Лучший друг». Как часто мы повторяли это прежде, пока не наступил век высоких информационных технологий, когда интернет заменяет любой пробел в информации. Но среди нас есть хранители, которые направляют нас с детства и берегут те человеческие знания и мысли, которые облачены в книги. Это библиотекари, которых в былые времена называли загадочно – архивариусы. Сегодня в России отмечается Общероссийский день библиотек – праздник скромных служителей храмов общечеловеческих знаний и наук. В Хасавюртовском районе функционирует 49 филиалов библиотек. Межпоселенческой сетью библиотек долгие годы заведует Зульфия Абасова. На мероприятии, посвященному Всероссийскому дню библиотек, приняли участие начальник отдела культуры по межнациональным вопросам и религии администрации муниципального образования Хасавюртовский район Идрис Загалов и заместитель начальника отдела Муртузали Муртузалиев. Вел мероприятие специалист МКУ «Молодежный центр» Рамазан Тутурбиев. Здравствуйте, уважаемые коллеги и гости нашего праздника. Мы рады приветствовать вас всех сегодня в этом зале. На земле есть три главные ценности. Это хлеб, чтобы народ всегда был здоров и силен. Женщина, чтобы не оборвалась нить жизни. И книга, чтобы не оборвалась связь времени. Вся Россия отмечает праздник «День библиотек». Это праздник тех людей, которые не могут ни дня прожить без книг. Главное для библиотек – согревать сердца и просветить умы. Великие мыслители современности и древности называли книги памятью человечества. Однако, очень часто без библиотекарей, своеобразных проводников в книжном мире, эти книги не находят своего читателя. На протяжении многих лет особую книжную атмосферу в нашей библиотеке создают ее сотрудники. Со временем уходят одни, однако на смену приходят другие люди, неизменно увлеченные своей профессией. День 27 мая был выбран не случайно. Открытие Государственной библиотеки России, Императорской публичной библиотеки, которая сейчас носит название Российской национальной библиотеки. Профессия библиотекаря не модная, не видная, но всегда необходима для духовного развития человечества. Один мудрец сказал, что книга, достоинство которое заключается в тонкости наблюдения над природой человека и вещей, никогда не может перестать нравиться. День библиотек – это не только профессиональный праздник, это еще признание важности данной профессии. С праздником вас! С Днем библиотек! Слово предоставляется директору Межпоселенческой центральной библиотечной системы Абасовой Зульфие Богодуровне. Я с большой благодарностью и с радостью хочу сказать, что на сегодняшний день мы смогли, благодаря руководству нашего района, благодаря руководству нашего отдела культуры, мы смогли сохранить всю нашу систему в целостности. Это большое достижение на сегодняшний день. Несмотря на то, что у нас есть определенные трудности, какие-то проблемы. Но для этого немало сделали и вы, дорогие мои коллеги. Вы пришли, многие из вас, я знаю, совсем молодыми, без опыта. Но за время своей работы вы вложили в нее всю душу, частичку себя. Вы учились у жизни, я учусь у вас. Для меня общение с вами, работа с вами – это огромный, очень важный человеческий жизненный урок. Спасибо вам за то, что вы просто есть, за то, что я всегда могу положиться на вас. Я знаю, что вы никогда не подведете. Вы моя опора. Лучших заведующих библиотек пригласили на сцену. Здесь им были вручены грамоты и благодарственные письма. Сегодня вы составляете одну из самых крупных интеллигенций села нашего района. Вы участвуете во всех мероприятиях, проводимых в районе, и 70 лет вы участвовали, и во всех мероприятиях вы участвуете. Вам, конечно, и руководство нашего района, и постоянно подчеркивается, что отдел культуры и библиотечная система во всех мероприятиях участвует, и благодарны бываем вам. И также благодарны вам бывают и главы ваших поселений. Когда вы тесно с ними работаете, у вас очень хорошо получается. Мы, в принципе, для этого у нас общая задача с главами, и надо так и работать.
Недавно мы, комиссия, проезжали во все населенные пункты, проверяли все наши, и в том числе вашу библиотечную систему и сельские дома культуры. Конечно, желать было, конечно, лучшего положения. Но мы сегодня пользуемся тем, что у нас есть. И из этого положения, конечно, мы выходим неплохо. Все библиотечные системы, работники всегда были, находятся на месте. Книги и книгоиздания находятся в хорошей форме, сохранены. И чувствуете, что это делается не просто как вот зарабатывание денег, а чувствуете, что делается это по любви. Вот, что люди, находятся работающие в библиотечной системе, исполняют свои обязанности вот, на хорошем качестве. И подчеркиваю вашу работу в библиотечной системе сегодня. Мы, изучая вашу работу, мы столкнулись с такой проблемой, что мы, оказывается, недавних пор мы и не подчеркивали вашу работу грамотами. И муниципальное образование Хасанского района Салау Джамбула Шапиевич решил наградить от муниципального образования Хасанского района наградами ваших работников, начиная с директора и остальных. От всей души поздравляю от главы муниципального образования вас с этим вашим праздником. Желаю вам счастья, добра, благополучия во всех ваших начинаниях. Почетная грамота. Награждается Абасова Зульфия Багадуровна, директора Центральной бюджетной системы муниципального образования Хасанского района, за долголетний, добросовестный труд, за профессионализм, сохранение народного искусства и традиций, за достижение успеха в области культуры и искусства, за воспитание любви к народному творчеству подрастающего поколения и в связи с праздником День библиотеки. Также награждается благодарственным письмом Пашаева Наталья Габиловна, заведующая методическим отделом Центральной бюджетной системы. Благодарственное письмо Асеевой Рабиф Абдурахмановне, заместитель детским сектором ЦБС. Профессиональный праздник ваш, именно библиотекари. Ну, этот, конечно, говорят, появился интернет, разногласия всякие, этот самый. Ну, я думаю, ни один интернет, ни одна этот самый не поменяет книгу никогда человеку. Хорошему читателю, ну сейчас как прекрасно, когда заходишь в зал, ну хотя у нас в Хасавюртовском районе в населенных пунктах нету таких возможностей, читальный зал отдельно кабинеты, другие укомплектования всякие кабинетов, если нету, но все равно даже вот есть люди у нас, библиотекари, которые сохранились, лишние библиотечные системы, чтобы мы могли у себя в Хасавюртовском районе сохранили ту книжную фонд и открыли библиотеки у себя в частных домах. Тоже есть такие населенные пункты. И когда при подведении итогов в республиканских мероприятиях и министр культуры Зарима Ажуевна, и представители Дома народного творчества при подведении итогов, когда говорили об успехах культуры, в принципе, это то, что в управлении культурой ходит библиотечная система. Это, в принципе, разницы нет. Работники клубных учреждений, библиотечной системы, это в одно и то же. И это в целое у нас управление культурой. Или, как переименовали его, отдел культуры, национальной политики и религии. Мне было очень отрадно при подведении, когда уже подчеркивали Хасавюртовский район, один из лучших районов среди отделов и управления культурой. Действительно, библиотечная система – это непростая работа. Ни случайных людей не работает библиотекарями. У вас очень ответственная работа. Работа для того, чтобы найти читателю книгу, подобрать ему нужное, приготовить какой-то реферат. Всякие мероприятия, когда проводятся, вы все готовите, картотека у вас есть, пополнение новых книг, я думаю, если в этом году мы не получили, прошлые, позапрошлые года получили. Но в 1795 году, действительно, как было здесь сказано, да, это библиотечная система, сейчас нынешняя Российская Центральная Библиотека. А в 1995 году был создан указ и назначен днем библиотекари 27 мая. Я лично от себя хочу поздравить всех библиотекарей с этим профессиональным праздником, пожелать вам самое главное – здоровья, добра, мира, побольше читателей. И чтобы эта картотека у вас всегда больше и больше стала. Какие у вас будут трудности, мы всегда будем поддерживать, помогать. Добра, мира и благополучия всем вашим
близким вам і творчих успіхів вам всім. І зараз я хочу від відділу культури, нашого відділу культури, національної політики і релігії наградити наших працівників бібліотечної системи благодарственними письмами. Уважаемая Мамаева Суабет Михайловна, заведующий филиалом номер 5 в селении Кадыль-Ата. Магомедова Хадижат Абдурахмановна, заведующий филиалом номер 25 в селении Могилевское. Умарова Патай Дагировна. Праздничное мероприятие должно было завершиться концертом, но по техническим причинам концерт не состоялся. Однако дети, учащиеся школ, маленькие читатели библиотек, своими стихами и сценками внесли свою лепту радости и оптимизма в данное мероприятие. Никогда! Читателей спасения уже не будет. Никогда. Порой вздохнешь над концертом, каждое с утра и до тьмы. Ведь, как и все библиотеки, зарплата в общем нужна. Путь от училища до пенсии с огромной книжной стопой. Конечно, женская профессия, но труд подчас вполне высокий. Она и умница, и модница, ей все на свете надо знать. Библиотечная работница блоху сумеет подковать. Работы есть на свете разные, но знает каждый человек, что все мы здесь сегодня празднуем Российский день библиотек. Вовсю шумит листва весенняя. Еще один промчался туда. И вот итогов подведения. И лучше награда ждет. Библиотечный юмор. Выступают читатели филиала номер 13 селения Ищали, Кожахова Милана, Умаханова Фатя. Здравствуйте. С праздником вас, дорогие библиотекари. Шел читать в библиотеку, бродит среди полок, смотрит на книги. Дежурный библиотекарь решила ему помочь. Вы чего-нибудь хотите? Тот поднимает на него взгляд. Да, выпить и закусить. Приходит программист в библиотеку и спрашивает. Позовите меня Архивариуса. Мне нужно у него кое-что спросить. Я его отправил в архив. Могу ли я вам помочь? Разархивируйте его. Он мне срочно нужен. Здравствуйте. Вы в библиотеке. Ваша жена до сих пор не вернула книгу. Какую книгу? Учебное пособие. Как выйти замуж за богатого тупого идиота? Приходит читатель и говорит, я у вас книгу взял. Как заработать миллион? А тут половина страниц вырвана. Библиотека отвечает, ну и что? Полмиллиона тоже неплохо. Как определить, большая ли у вас библиотека? Если половина книг вы читали, значит большая. Читатель библиотекарь. Я в этой книге нашел $10. Нет ли у вас других книг этого автора? Читатель, которому было положено поискать что-нибудь по интересующему его вопросу в каталоге, возвращается возмущенный. Куда вы меня послали? Там ваш каталог ничего нет. Одни карточки какие-то. В библиотеке. Где я могу найти книгу о самоубийствах? На 5-й полке слева. Но там нет ни одной книги. Так их никто не возвращает. Ходит студент в библиотеку, видит библиотекарь, сидит за кафедрой, книжки записывает. А студентам быть лучше, чем библиотекарем. Библиотекарь молчит. А студентам быть лучше, чем библиотекарем. Библиотекарь не выиграл, но чем-то лучше, чем библиотекарем. Встречаются два директора. Директор банка и директор библиотеки. Спрашивают друг друга. Ты своим зарплату платишь? Нет, денег еще не дали. И я нет, а они все равно на работу ходят? Ходят. Может, уход платным сделаем? Предложил директор банка. Сделали. Проходит неделя.
Ну как, твои на работу ходят? Нет, банкиры свои деньги зря тратить не будут. А твои? Ага, и потом еще экономят. Как это? Понедельник проходит, а пятница уходит. Сценка. Опять двойка. В исполнении группы читателей из селения Ичичали. Сейчас будет фильм. Великий фильм. Чем будет? Ah!
про книгу покажут читатели филиала номер 14 «Селение Казмаул». Читатели филиала номер 5 «Селение Кадыр-Атар». У земли спутник Луна, а у человека книга. Всегда библиотекарь. Похож он на волшебника. Профессия
Николая. Он с каждой книгой на «ты», он все о книгах знает. Найдет читателя для книги и книгу для читателя. На все вопросы вам ответит, поможет обязательно. Книги мудрые на полках не пылятся, и читатели всегда найдут, если к сердцу сможет достучаться тот, чей очень нужен труд. Вам, библиотекаря, так важно на любой вопрос найти ответ, и плывет корабликом бумажным драгоценный просвещение след. Все у них всегда в порядке, книжки странные являются, четко записи эти тряпки, это и святой обряд. Большого, большого личного счастья, чтоб жизни не было ни места, чтоб годы вам гордили, исполнили для вас книжки, читатели, взрослые малыши. Спасибо, сказали вам. Даете вы не книги под расписку, а дарите признание целый мир. В людской душе устраивает чистку рожденный автором божественный кумир. Библиотеки многие столетия хранят умы, как листья старый клен. Благоставляю вас на долголетие, кто с детских лет достойным будет влюблен. Здесь мысли, чувства, мудрость, тайна века, пусть в мире дует ветры перемен. А ты храни свой вклад, библиотека, тогда не тронет книг забвенья тлен. Подругам, книгам, а не человеку, давнишнюю вы доверяли грусть. Но кто же он такой? Библиотекарь, целитель душ, наставник, проводник. Он добрый маг и опытный аптекарь, настой продавший из целебных книг. Когда берем в руки книгу, все замирает, все молчит. Когда берем в руки книгу, то с нами вечность говорит. Я желаю их понемногу, сонеты, станции и стихи. Душа выходит на дорогу, где все мы лишь ученики. Познание нас ведет сам Пушкин, нам Данте открывает них. Шекспир великий и радушный, любви подскажет верный путь. Помогут Вертера страдания, научат Шиллера мечты. Вольтера, Кафки, назидания, забыть уже не сможешь ты. Попал однажды в плен чудесный, не вырвешься, уже вовек. Мир бесконечно интересный, волшебный мир библиотеки. Но в этом мире заблудиться простому смертному легко. Кому же нужно обратиться? Он здесь совсем недалеко. Библиотека — это слово, магическое, как кристалл. Всегда поможет тебе готовый, твоим лучшим другом стал. Он среди книг магистр великий, в литературе он король. Он поэтических реликвий хранит незыблемый покой. Он в книжном море навигатор, как путеводная звезда. Хранитель, спутник, инноватор, сияй, сияй для нас всегда. Минует пусть тебя хула, души усталый лепет. Тебе честь, слава и хвала, тебе библиотека. Слышит от книжек шорохи, нет библиотек, нет добра. Если б знали вы, как нам дороги здесь прошедшие вечера. Допоздна в их залах не гаснет свет, и таинственная тишина. Знаем, что за ней книги друга нет в эти трудные времена. Уважаемые библиотекари, опытные и молодые, начинающие и пожилые, примерно к вам читатели, отлично показатели, книги интересные, мероприятия, чудесные. Тот, кто книгам друг сидит, нечестный год. Большого личного счастья, чтоб жизни не было ни на все, чтоб годы вам годились, и спонсоры для вас не скупились. Читатели, взрослые и малыши, спасибо сказали бы вам от души. Слово предоставляется заведующей филиалом номер 26 Селении Муцалову Умаровой Патай. Здесь много всякого сказано, библиотек, поздравлений. Я только присоединяюсь к ним. Хочу поздравить вас от всей души с Днем Общероссийских Дня Библиотекарей. Также хочу поблагодарить начальников отдела культур с этим днем. Директора ЦБС Зульфию Багадуровну, Луизу, Рабият, Наташу, всех девочек методического отдела за их помощь, за их понимание, уважение. И поздравляю с праздником. От всего сердца хотелось бы выразить большую благодарность всем работникам библиотеки за их нелегкий труд, за то, что помогают хранить знания многих веков, за великий вклад в сознание наших сельчан, за наполнение умов мыслями и развитие интеллектуальности среди населения. Низкий вам поклон.